уверенность. У меня тут есть глубокий туман на этой карте. Даже не размочил. Рефил на мне. А, ты смотри, этот Лок Мильтер, он снимает и эти, которые, ну, навесные. Скажи мне, не только навесные, а вторые, ну, которые хакать надо. Которые, да? Спасибо, да, которые хакать надо, он их тоже снимает. Подойдите ко мне, заберите. А чё, у тебя места нет? Ну, у меня аптечка, я сначала подобрал. Вот, на той метке. Светить-то зачем? Ну все, отходите. Тут много сейчас пойдет. Еще, еще, отходите, отходите, отходите. Всего трое пока что. Еще дальше отбегайте, чтобы они не орали там. Ну, ошибка. Легко обошлась нам. Дайте полечу, Джаз, стой. Давай. А смысла лечить нет, я хотел турель все равно в туман ставить. Нет, инфекция их по-любому будет. Тут еще есть, тут еще есть. Это зеленое. Или это из-за тумана? Газ, туман, хуй пойми, что это еще такое. Скорее всего, газ. Бей ролин вот этого, около которого сидишь. Ага. Не сейчас. Сейчас, блядь. А что ты? Начинай, скажите. Все, все остальные тоже. Вот теперь вся комната. Это не все, бегите, бегите, это не все. Лабунда. Терминал этой комнаты. О, два глоу-стика. О, это дезинфекция. Взял. Так, а чё, не пинговалите, где живет терминал этот? А он там, на карте. Тут вот. Не-не, вот. Тот, который нам нужен по заданию. Нет, пока не пинговали. Он или в 66-й, или 67-й зонах. А, ну ты уже, я уже понимаю все. Какой там номер? 748, по-моему? Да. 748. Отлично. Зона 166-я. Это у вас. Но тут все равно проход только один, так что... Оп-оп, я понял. Я понял все. Туда не лезем. А то он меня сожрет. То же самое здесь. Тут все хорошо, я так понимаю, да? Да, в туман только не чекал. Ну, вроде ничего не слышно.
А чё не дамажит? Ай, понял, все, понял. Вопросов больше не имею. Так, я сейчас туда прыгну, с другой стороны турельку поставлю, потому что мало ли как они пойдут. Чё за Warden Restriction, интересно? Чё тут нужно на карте такое найти, чтобы его выполнить? Опа. Да не найти, скорее всего. А, сдаю? Заразился. Сколько у тебя? Да, 17. Так, ну давай проверим. Ага, ну скорее всего по 20 снимают. Предположим. Какая у тебя попытка уже? Пятая. Ого. 166. А тут кей нужен. Да. Но нам нужно идти на севере дверь. О, а тут что-то написал, есть. 238 надо запинговать. Так, Ролин, ты что там делаешь? Слушай. Я эти ребус играю. Ебать опасно. Загадочки. Блять. Сука, только бы дотянулся. А, не дотягивается. Ну-ка, а если... Ща. Мы ж, блять, из него все сейчас вытащим. Оп. Так. Амапак. А, блять, дезинфекция. Заберите амапак, я не вижу просто, что там еще есть. Все, взял. Спускайся вон теперь к электре. Вернее... С прыжка. Там есть что? Да это прыгнул. Просто. Я не знаю. Ёб твою мать. Ладно, хватит. Нам сюда? Да. Ключ типа там? Ладно, верю. Но она единственная дверь. Не заперта. Логично. Погодьте минуту. Надо на звонок отвечать. Какие-то дробилки наверху. Землю уронит. Ну да, есть такое. Метро, наверное, хотели прокладывать. Да чё, блять, под углом 70 градусов метро не очень удобно прокладывать. Телефон у него. Заряди пока роли на мапаке на кого-нибудь. У тебя там две штуки, то, что ты подобрал с ящика. Я вижу, ты двигаешься. Ага, он нас обманывал. Кивает. Давай тогда вскрывать. Ну, давай. Да нет, это самое, можно не доставать. Нет, не работает. Я ж надеюсь, она не будет в туман падать. А вот это неизвестно. Я, конечно, готов рискнуть, но как бы это... Насколько это оправдано? Большая точка. Турель справляется. Хотя нет, уже нет. Так, большого взял. Голова. Все, дефем. Еще остался. Забуговался где-то. Нормально, они на минимуме подорвались. Бегать что ли взять? Спереди двое сидят. А, ну в принципе, и так все видно. Бегаю за турель. Ага. Меньше 10. А тень не двигается. А, не двигается. А, будешь майонез? Не-не-не, меньше 10% все. Да не-не, я этому слиперу хочу дать. На. Кушай маленький. Бей. Скала. А, все понятно, какое это место. Кто-то с фонарем бегает, вроде. Текстурки. Шкафчик зарезали. О,
Рад. Будем пиздить его? Небольшое понятие, нам куда надо? Наверное, сюда. Ключ написали, вы пинговали этот ключ? Хотя... 2, 3, 9. Вот, можно вот тут вот узнать, стоит ли нам туда. Он сюда залез. Блять, вот это неожиданно. Вот это вообще неожиданно. Залезай назад, Ролин, ты тебя же ждем. Кстати-ка. Да тут он не стреляет. Все, не стреляет. Зато всего трое было. Вот тут терминал. Может, кто ключ пробьет, стоило ли на ваше туда лезть. Ну, за ящичками как раз. Ща пробьем. Белый ключ. Забрал. Медик. Медик. Я, кстати, это урефил еще в бою. Нашел грей ключ. Нет, ама. Два из-за патрона. Меня тоже два из-за. Так, надо патрончики. Хантеру нужны. В аптечку я могу забрать. Всем по одному юзу можно патрон. Тут очень полезная вещь. Фукрепеллер еще одна. Я могу вместо большого так, фонаря взять. Нет, большой фонарь, я думаю, может нам пригодится. Мало ли еще. В связи с последними событиями, да? Да. Так, один, наверное, дверь стоит. Да, джаз, дайте патроны. Вот щука. Все, спасибо. Нет. Так. Тебя... А, ну и электро. Это что-то молчал-то. Я стоял, все нормально. Что-то казалось, ты патроны взял. Не-не, я аптечки забрал. Все, теперь всех нормально. А нам дальше тут не надо, типа? Она хоть и пустая? Не, нам обратно надо уже идти. 166-ю зону. Да тут что-то столько дверей, я не знаю, типа. Ну, хрен его знает. Мы по ресурсам вроде хорошо. Ну ладно, раз по ресурсам хорошо. Тогда в следующих прохождениях будем фул зачистку. Знаю я ваши фул зачистки. На B1 уже зачистили. Электр, ты там расставишь мины, я тебе еще могу. А что тут у нас до хера дверей? Я даже не знаю. А, тут, я понял. Да, посмотри, у нас до хера дверей. И много поломанных. На карте да. Творится просто кошмар лут-гоблина какой-то. Все ящики закрыты. Такое ощущение, что мы их тупо игнорируем. Вот особенно в этой части. Не, вот так не ставь, ё-моё, в середину будет смотреть. Не, в проход там можно было, но не факт, что она поможет. Чуть, ладно, посмотрим. Одна. То есть, короче, на будущее заметка. Эти двери должны оставаться открытыми. Да, потому что первый деф, он легкий. Блять, они бесполезно ли сюда ставить? Ну, можно забрать одну турель, а потом в процессе агро, если они пойдут отсюда, поставить ее быстро. Сможешь? Ну, я шотган не хочу стационарно поставить. Ну, понятно. Все, 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 аккуратно. Ну, а так там можно и без взлома вон пролезть, если постараться. Все, электро замри, заряжу. Че, собрались? А ты не хочешь еще доставить тут? Минут. Пока есть возможность. Потому что тут будет достаточно серьезно, я считаю. Ты их просто да, не успеешь поставить, если это какая попытка там 3-4. Поставь еще пару мин. Не жалей. Не, вот это плохая мина, она... Я увидел, да, что плохая мина. Только она знаешь, куда поставилась, блядь, в текстуры, сука. Попробуй вот на эту дыру поставить, мало ли, отсюда будет ломить. Я не уверен, конечно.
Хлорофилл, я все в тебя слил, так что действуй. А, с другой стороны, там дальше поставлю. Тут если глянь, встать, вот тут попрыгать, там видно, что типа... Типа можно так зайти? Да, если бы вот эту вертушку вот снять. Да я и так бы пролез, я не ползай. Ну и тем более. Да подсади. А там, если что, просто покидать всю снарягу через верх. Вот так вот. Да, чё, подпрыгнул, подтянулся и все. И там. Главное, чтобы вентилятор не включился в тот момент. А то пойдешь на фарш. В буквальном смысле. Так, ну погнали, а тут или там этот минер-сапер у нас. Там все. Все, да. У тебя 70%, нифига себе. О! Вот и. Кусаки подоспели. С двух сторон, блять. Отсюда. Ой-ой-ой. Только не забей. Блять. Прямо. Натурально в лицо стреляет. Ебать, у нас 3 точки, 4 точки. Блять, что за мясо? Ходит вообще как свой, ну, даже на него не глазом. О, говорили, моя бестолковая. Блядь, стекает кровь, прицелиться даже не могу. О, блядь, сука! Прыгайте, ребята! Первый на. Больно. Ой, блядь. Уёбывай, с тумана. Я пытаюсь, их очень много. Там пиздец их так много. Где-то было место. Масфальное. Нету места. Масфальное, значит. Давайте уйдем. Ага, нет, оттуда уже идут. В туман, да? Нет, вот за эту. Вот сюда. Сюда. По-моему, все. Сюда. Так. Там тумана нет. А, фогрепейдер. У меня 10% заразы. У кого сколько? 12. Ну, это 12, я считаю, терпимо. А, он когда тап нажимаешь, он показывает после хпшки. Свое не. А как у меня 0 получилось? У меня тоже 0. У меня. А я фогрепеллер кинул. А, подожди, у меня аптечки есть. Турель, не забудьте, Ролин. Да. Та-дам. Не забудь, не пусть. Ролин. Тихо, вырубим. Ну тут туман. Ну пиздец. Как их доставать оттуда? У меня есть 2 фокрепеллера. У меня фокрепеллера. Давай поснимем последнюю очередь. Сделаем. Я человек простой. Давай, подожди. Поднимайтесь пока. Наверх тут хватает проблем. Эти два так ни о чем. Или не здесь, подожди. Просто куча огромная тут стоит за стеной. Ой, там какой-то интересная машинка стоит вдалеке. Можете по нему стрелять в тумане, если хотите тут. Сейчас, секунду, я тут побежусь точно. Сифон нашел.
подождите, у меня же фоги есть, ёбана. Все, можете стрелять по нему, тут больше нет никого. Да у меня 4 фога. Да нет, нет, ну, фог потом к ящику подойти, так выманить их оттуда. Все, стреляйте, если хотите. К скалать. Есть фонарик хороший. А где он тут есть тут вообще? Фонарик прям лежит просто на ящике. Ёпта мать, его даже в туман этот не видно. Маскировка, блять. Так, электр, стой там. Ну, зазря ты кинул. Да я один. Ящик можно пройти. А чё тут, кстати, тут ты спецом кинул или тут что-то еще было? Бля, я не думал, мне показалось, значит, я думал, там ящик есть. Не, ящик вот тут. Так, зона 166. А тут есть терминал? Где-то? А нет, тут не ящик, тут дверь. У нас три путя сейчас, как написано. Два разных в одну зону и один куда-то вообще непонятно куда. Так, а в 166 зоне надо найти терминал 748. Но мы в 166 зоне, тут есть все разветвление сейчас. Вот в этой двери, там, короче, в одной куче сидит 10 штук. Пойдем в другую. Так что, вон в 166 пойдем, да и все. А за терминалом. Вот тут, тут, F, например. Тут никого написано, что... Нет. Склад, что ли, какой-то? Разлетаемся. Так, смотрите, сверху могут быть. Не-не, тут нет никого. Точно. Нет. В ядовитых парах не живут. 166 F. Пресс F. Опа. Максимальное погружение. Вроде плей, так сказать. Тут гигант. Понимаю. Подписчики. Понимаю. У кого есть мел? Кто, прости? Ну, это самое... Мельта, мельта. Нету. А то тут под гигантом как-то опасно. Давайте завалим его. Давайте завалим. Давайте гиганта, потом на крошку переключимся. Там две крошки. А вот этого не хотите гиганта сначала? А мелкого завалить, да. Толкни рядом с собой мелкого, да, Джаз, он позволит. Mm-hmm. Только смотри, чтобы все тушеные были. Пока нельзя. Заряжай. Нет, отмена. Сзади тебя загрелся. Я его посветил. Так, ну давай. Да. А, блять, сейчас маленькую услышит. Заряжай. Бей. Ну, одну проблему меньше. Это нету? Давай тогда, да, отдельно сначала стоящего долбанем, который около Джаза. Там больше шансов не факапнуться. Стоп. Я его ногу правую забираю анатомически. Я его. А, все готовы? Да. Один, два, три, заряжай. Бей. Отлично.
Я по хребту. Раз, два, три, заряжай. Я об железо свою маску ебал. Почти то там. Амапак. Ага, я могу. О, а тут еще есть. Рефил пак. На два. Заберите у меня просто этот дезинфекция. Так, я, а чё попрошу вас не бегать, чтобы я похилил. А Джаза пока не полечим, и меня больше не лечите. Да, меня тоже не надо. У нас заражение, мы тут нанюхались не того. Наркоманы. Да если пока нормально. Так, сейчас. Джазу электро. Так, дайте Джазу электро. Чего? Забущу патрон. А, давай. Так, стоять первый. Спасибо. Второй. Все. Я посмотрел на ящик на карте, он был открытый. Она... Ну что, наверх, наверное, лезет? Ну, наверное, ну, да. Открываем. 15 метров прям по курсу там будет трэш. А, даже так? Ну, в общем, вот. Ого! Там их куча, и ничего полезного я там не... Я агитирую не спускаться вниз. У нас, ну, мы терминал нашли какой-то, сейчас посмотрим, что тут. Нам зону D, то есть вон туда. Че, все, можно уходить. Ну, отсюда сейчас поглядим. Че вообще осталось? Ну, шкафчики. Тут остался дезинфект пак, амма пак и мед пак. Это внизу, там куча слиперов. Это амма пак сейчас будет. Нет, он находится в зоне... А мы в зоне С. Он в тумане. Я выгляжу. Скидывать тебе фок? Да нет, у меня есть фок. Я вот как обратно только забираться... Я долбанусь бежать по этому всему говно. Так у меня три штуки. А, погоди, тут есть еще дверь, которая манит. То есть вот это вот. Это та же самая или что? Или нам туда как раз надо будет? Честно сказать, не знаю. Там зона 66А написано. А нет, это наша зона. Где мы сейчас наверх ходим. Я и Вектор. Зачистим на всякий случай, все знают, откуда отход будет. Там они очень кучно. Вроде да бы не здесь. Вон я к Хантеру иду. Ну тут всего 8 их, то есть если мы четверых убьем одновременно, как бы потом четверых проще будет убить. Оп. Понимаю.
там крупная баба? Маленький. Я, в общем, вот этих двоих беру, которые стоят вот, вот так вот. А, тут ящик. Прикольно. Там еще. Чё это? А, может, электро спрыгнет, начнем гасить их. Да сейчас четверых хотя бы разберем, чтобы попроще было. Ну что, все готовы заряжать? Я да. Да. Раз, два, три, заряд. Да. Сразу лутать. Как еще? Не надо нам туда спускаться. А, ну да, это та дверь, которая с той стороны, по-моему. Говно дверь, понятно. Так, ну хорошо. Нахуй мы его чистили, если он все равно тупиковый? Да. Нашли. Что-то там, ящик такой. Так вот он. Нет, там тоже ящик. Это хуйня. А чё в ящике? У меня три фога. Это то, что нам терминал надо забрать. Да блять. Блин, как он отскочил, зараза. Ладно, тебе зато выбраться проще будет. Короче, тут этот дезинфекция мой остался. Я вот это сейчас искушаю. Ой, блядь. Нихуя себе. Накрыло. Нормально. Так, чё с патронами у кого? Отлично. Так, ну, мне можно 20, один. 40. 33-40. Так, вот так тогда. Всё, замечательно разобрались. Что нам дальше по заданию? Не очень понятно. В зоне D, по-моему, я пинговал, эта херня живёт. Или где терминал-то был, я уже забыл. Откуда пришли? Чё? Нам один хуй возвращаться. Пса. Чё-то я не пойму, она внизу, что ли? По карте же дверь, вот она. Не-не-не-не-не. Обходишь, и наверх надо было подниматься, не вниз спускаться. Понимаю. Бля, пацаны, я в туалет сбегаю. Давай. Так, нам C как, а потом в D, или как в D пройти? Чё-то как-то... Где ты там пинговал, я не понял. Так. Подожди, ёбана. Как я залез сюда? А, понятно, все. Все через задницу. Да, вот, это лестница. Наверх, наверх. Вот так вот, раз, раз, раз. Ага, не такая она уж и бесполезная. Так, 748 терминал нам же нужен, да. Он находится вон там. Бегу еще. Я туда бегу. То есть вот да, куда фиолетовый сейчас побежал, правильно. А вот ты сейчас прямо бежал. Блять, то стоять тут. Есть что здесь еще вот эта дверь? А она как открываемая? Да. Погнали. Она, по-моему, одна и та же. А это Е, подожди. Ну, да. Это шлюз, это шлюз, просто шлюз. А вот и, а тут замок. Бах.
терминал есть еще. Дезинфекция. Забрал на 3 использования. Аптека. Взял. Ну чё, вот этот терминал, как я понимаю? А, вот он. Так, ставим оборону туда. Давай. Тут двери уже... Двери целые. А, ну тут получается шлюз. И без шлюза, понял. А куда нам, чё нам, господи? Ну, на всякий карте... случай обороны делаем. На карте посмотри там, где двери. Как всегда все делаем. А, нам у меня, кстати, стоит, да? У меня 2 сифома, может сморозить эти двери. Ну вот одну вот эту точно, где стоит. А там еще за ней следующая дверь, вы закройте ее тоже. Вот где электрик, то там, да, беги сейчас и закрывай тоже ее. Я минку оставлю, подожди. Так, и чё, где-то турель? Нибудь так. Тут 20 солпов. Ну чё, ставится? Так, ну все это смарашиваю. Ну, а не лучше ли другую, потому что тут... Но у меня две. А, все, давай. Вот будет прикол, если нам никуда... ...оборониться. Ну, это будет урок. Будет прикол, если надо будет за ворота бегать эти. Какой там айпишник? 183, угу. 98, угу. 200, угу. 45. Точки не забывал? Да, конечно, да. Что, мы наверху сидим? Да, хрен его знает, может сваливать отсюда надо. Зря мы заклеили. Ой, нас заметили. Y06. Хода оборона. Кэш. А, ну ты видишь, да? Нет, я в терминале. А, кэш, кэш. Деньги типа? Да, английский кэш. Ой, бля, это будет сложно. Сейчас. X01. Слот. Слот. Y01. Герм. Герм. Сейчас полетим. Так. Бля, гаси его, гаси! Вот, блядь. Шотами его. А вот давайте молотками встречать. Что дальше? Там я понял, думаю, меняется каждый раз, оно одно и то же. Я тут сам мотаться туда-сюда. А прикиньте, толстые полезут, что мне это скажут? Вы что, не видите? Дробовики в дело. Мужчина, вы что, не видите? Справа, справа, справа. А, у меня все написано, success. Прекрасно. Доставай молоток. Return to zone 163. Надо бежать в зону. Нам надо бежать в зону. Она бесконечная, побежали.
Держали? Окей. Я бегу за Элер. А Элис дай энты из Сингапа. Вроде бежать-то нет больше. Так, кажется, я видел, как разрабы проходили здесь и соснули. Ему недалеко, в принципе. Не, мы быстрее закрываем. За спину, а, где-то тут улетел. А, я в текстуры упал. Ходи. Вернись от меня. Да я не могу. Как ты бились? Не могу, блядь. Это под вами. Я на двух сломал. Я сломал, я не видел это. Ладно, зато прошли. Ладно, прошли, да. Ты засчитался, все нормально. Чё-то очень легко как-то. Но по сравнению со второй картой, вообще изи.